Отправлял сынка к бабушке, забрала через 3 дня, а он подрос. Сантиметров на 10. Чудо! Ребенок растет, умнеет. Вот мое хорошее счастье. Каждый день. С коллегами прекрасно отметили День России. Мы в отпуске. Все отлично. Это самая лучшая новость. Мы счастливы, да? Мы счастливы, да. Поэтому все хорошо, хорошая погода, все здорово. Очень круто. Вот у дочки моей сегодня хорошее настроение. А еще у нас день рождения у моей крестницы, у ее двоюродной сестренки. Поэтому все отлично. Домой вернулась из Китая. На этой неделе я нахожусь в отпуске, гуляю каждый день с детьми. Катаемся на самокатах, на велосипедах, на скейтах. За эту неделю я сделала генеральную уборку в своей квартире, да. Перестирала все шторы, вымыла все окна. Ко мне приезжали мои дети и внуки. Ну и меня хорошо на работе занимались дети. Я работаю педагогом, так что все прекрасно.